Да, да. Я не могу о том, что чего-то хочу лично. Я хочу приобрести в себе это качество лично. И не зависеть от кого-то, что мне кто-то что-то сделает вместо меня. Я хочу это качество иметь в себе. Вы можете мне помочь вот, приобрести это качество? Я его хочу иметь от души. Например, я, ну, что я там, не умею вязать, допустим. Вот сколько я не учусь, у меня не получается. Но я хочу быть мастером по вязанию и зарабатывать кучу денег. Потому что у меня там кто-то там вяжет. Показывать не получается. Ну, это такой примитивный вопрос. Как это сделать? Ну, в данном случае, если все-таки отталкиваться от того, что я услышал не только в словах, а и в эмоциях, да, то я чувствую, что вы хотите кучу денег. Да, и ну, это у вас врожденная способность, не факт, что это нужно делать при помощи того, к чему у вас нету способности. То есть у вас нету усидчивости, которая нужна для вязания. Да? Если уж и зарабатывать, то не таким способом. То есть, может быть, пример он немножко надуманный. То есть вот это вот желание, да, оно, ну, как бы исходит из того, что мы все, что есть, можем одинаково хорошо делать, а при помощи системно-функционального дизайна мы научимся это делать еще лучше, да, и так прям достигнем каких-то таких прямо предельных высот. Здесь немножко иная основа. Здесь говорится о том, что у каждого из нас есть 8 структур. Они отвечают за соответствующие 8 функций. И мы на достаточном уровне для того, чтобы жить в этом мире, да, то есть не погибнуть, выполняем все эти 8 функций. Ну, например, есть функции, связанные с движениями. Этим занимаются мышечный и кожный вектор. Мышечный, вот он сгибает, разгибает, самые простые, да, у него там, так скажем, действия, это, ну, одни бицепс согнулся, а вот трицепс он опустил, да, потому что иначе я не смог согнуть. И вот один сгибается, другой разгибается. Очень простые действия, да. Но я не просто сгибаю-разгибаю, я вот, например, там беру чашку, то этим управляет другой вектор, да, вот. И у меня есть способность двигаться. Так вот, мне нужна и способность, ну, сила, дабы двигаться, и это обеспечивает не один вектор. И координация, чтобы это движение было сложным, а не простым, как у мышечного вектора. Если бы у меня этого не было, я бы был не способен двигаться. Вот, не способен, в переводе на латинское, способность – это валидность, да? А неспособный – это инвалидность. Да? То есть я бы был инвалидом. Вот эти 8 структур нашей психики, они на достаточном уровне, чтобы мы не были инвалидами. Но у кого-то, так уже своеобразная такая экономика, да, вот, живого, у кого-то несколько способностей, одна или больше, они как бы развились лучше, выше вот этого среднего, общепринятого, ну, необходимого в данной ситуации уровня. Я подчеркиваю, что вот если бы мы, например, в горах жили, да, то нам бы нужно было иметь сильные ноги, да, и подниматься там. То есть мы еще зависим от того, где мы живем. Да? Нам тут нужно вот это, вот это, вот это, и достаточно этого. Жили бы, например, где-нибудь на планете в два раза больше было притяжения, нам бы нужно было более мощный скелет, да, и больше. Вы поняли, что это ситуативно, да? И вот ситуативно здесь этого достаточно, поэтому я валиден почти во всем. Но в чем-то мне природа дала одаренность. И я в этом могу развиваться гораздо больше, чем в другом. И поэтому я и выбираю это, потому что это моя одаренность. Я в этом развиваюсь. Но у меня всего несколько. Вот, ну, две, например. Ну, лично у меня четыре. Да, четыре структуры, которых я одарен. Четыре одарен, а в четырех нет. То есть я явно нуждаюсь в людях, которые помогут мне в этих четырех. А они нуждаются. То есть Елена не одарена как бы в дизайне, но одарена в том, что ей хочется заработать
Я думаю, что в данном случае в вязании, да, это уже просто я смотрю на вектора, которые есть у нее. А второе, она явно одарена в умении продавать. Она бы смогла построить хорошую взаимодействие, да, хорошую такую связку с человеком, который это вяжет, но не умеет продавать. Она бы взяла и продала это намного дороже, чем эта женщина. И взяла бы вот эту разницу себе.